עד לרגע הזה, התליינים הם שסיפקו לשופטים מידע מיד ראשונה על פשעי הנאצים. האם יצליחו הקורבנות, שהתביעה לא עודדה אותם להגיע ולהעיד, להשמיע את קולם, להציג את השקפתם, לבטא את רגשותיהם? אברהם סוצקבר, משורר יהודי מליטא, ביקש לדבר ביידיש, אך נאלץ לדבר ברוסית. בהמשך הוא הצליח לשוב ולהעלות על הכתב את סיפור הגעתו לנירנברג. בשני הלילות שקדמו לעדותי לא עצמתי עין. בעיני רוחי ראיתי את אמי רצה עירומה בשדה מושלג. אמרתי כבר פעמיים שאיני מעוניין לשבת כפי שנהוג. דיברתי בעמידה, כמי שאומר קדיש לזכר הנספים. Где вас застала немецкая оккупация? В город Вильно. Вы находились в этом городе в период немецкой оккупации длительное время? Я был в время немецкой оккупации с первого дня до почти последнего. Вы являлись очевидцем преследования евреев в этом городе? Да. Я просил бы вас рассказать об этом суду. Когда немцы захватили моего города Вильно, тогда было там приблизительно 80 тысяч евреев. Ловцы! Это же Сондеркомманда. Или, как евреи их называли, Хапунит, ворвались днем и ночью в еврейских помещениях, вырвали отсюда мужчин, сказали взять с собой кусок мыла и полотенца, и загнали их в направлении местечко Фонары 8 километров за городом Вильно, откуда почти никто не пришел обратно. Когда мы дошли до старой синагоги этой улицы, я видел, что там лежит дров в форме пирамиды. Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил этот дров. Тогда второй немец вынес с синагоги 3 свитка Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни. И за нами стояли эти 3 немцы, штыками нам гнали к огня и смеялись. Когда мы уже были почти без сознания, немцы ушли. Но я должен сказать, что массовое истребление еврейского народа в Вильне начался в той же времени, когда приехал в Вильне Gebietskommissar Hantzin и референт по еврейским делам Мурер.